Boys Show. Да, вот здесь, вот здесь паркуемся, вот здесь втроем паркуемся, ставим их елочкой. А, дорогие друзья, будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Александр, всем добрый день. Какую компанию вы представляете? А, компания Neoline. А, кстати, пару слов тоже хотел о них сказать. Это ведущий производитель и разработчик автомобильной электроники. И в этом году мы запустили новое, перспективное, ну, не помните этого слова, трендовое направление – персональный электротранспорт. Основным преимуществом электросамокатов Neoline является комфортное, скоростное и, самое главное, безопасное передвижение по городу. Достигается это за счет широких колес, высококачественной тормозной системы, широкой деки, ну и плюс ко всему все электросамокаты Neoline оборудованы ходовыми огнями и фонарями. Отдельно хочу добавить, что при передвижении по тротуару вы не будете испытывать дискомфорт, то есть легкостью будете проезжать все неровности, в том числе по брусчатке, ну а для любителей покататься по лесопарковой зоне также дискомфорта не возникнет, передвигаясь по тем же тропинкам. Также, друзья, хотел еще добавить, что компания Neoline производит в том числе и радар-детекторы, видеорегистраторы, гибриды, огромное количество сопутствующей автоэлектроники, на что мы, естественно, также даем гарантию от производителя. Ну и я жду вопроса, которых сегодня было очень много. Жду вопроса по нашим электросамокатам. Так, так самокаты, да, гораздо ярче, интереснее. Ну что, давайте начнем с какой-то модели, справа или слева. Давайте вот с этой модели. Мы хотим знать ее характеристики, привод, вес и время зарядки. На самом деле все самокаты Neoline серии Т25, Т27, они обладают одинаковыми свойствами в плане веса и положения мотор-колеса. Все мотор-колеса располагаются сзади, имеют мощность 350 Вт. И, конечно же, основным преимуществом всех наших самокатов является небольшой вес. То есть это самокаты весом 12,5 кг, которые легко можно перевозить с собой, можно загрузить в лифт, поднять на любой этаж, где вы живете, и это является ключевым преимуществом данного класса самокатов. Можно ли его брать в метро? Да, конечно. Я его достаточно комфортно вести одной рукой, потому что 12 кг это, наверное, крайний вес, который можно переносить с удобством. Давайте продемонстрируем сюда, как у него складывается его передняя часть. Для того, чтобы его сложить, необходимо повернуть руль и... Давай подержу. Йоу! То есть вот так вот. Вот все, пожалуйте. Вот это лучший снимок, да. Да, великолепно. Только поднимать надо. Все, ставь, аккуратно. Давайте его складывать обратно. То есть вот в таком виде он у нас транспортируется, заезжает в метро, и там никто не задает никаких вопросов. Окей. Мотор-колесо, да? Да, и основное преимущество данного класса самокатов является 10,5 дюймов колеса и широкий профиль резины. То есть резина 2SE, это можно сказать резина Polo Fatbike, и она сделана по технологии бескамерной, то есть она имеет внутри герметик, который обеспечивает хорошее давление, легкий накат, ну, хороший накат у резины, и при этом она больше защищена от проколов. Аккумулятор находится вот здесь, насколько я понимаю, да? Да, аккумулятор находится. Он несъемный? Несъемный, съемный только для технического обслуживания, естественно, как обычно, все аккумуляторы сделаны на самокат. Соответственно, еще раз повторюсь, ключевое преимущество у данных самокатов – это широкие покрышки и высокий дорожный просвет, который для данного класса городских самокатов не является типичным, а является таким некоторым исключением из правил, которые сейчас существуют. А подвеска здесь практически отсутствует? Подвеска только за счет широких колес. Широких колес. Отлично, заезжаем в ряд. Выезжает следующий. Сюда, пожалуйста. Так. Я, честно говоря, я хотел бы больше уделить внимание следующей модели из этой серии. Серии моделей. Да. Так, слушаем вас внимательно вот про этот толстоколесный. Оригинальное решение данной модели заключается все в тех же широких колесах, в заднем мотор-колесе 350 Вт и в лаконичном дизайне, который здесь максимально реализован. То есть это проявляется в счет того, что вся проводка убрана в деку,
на уровне рулевой вал. Uh-huh. И, соответственно, нет практически никаких проводов, которые мешали бы при транспортировке и эксплуатации прибора. Заднее мотор-колесо, да? Да. И установлено два тормоза. То есть у нас две ручки на задний и передний тормоз. Расскажите, зачем установлены два тормоза? Наверное, не зачем, а почему, да? Почему? Потому что в данном электросамокате реализовано очень интересное и новое решение. Это газ ножной. То есть под передней ногой есть кнопка, которая является газом при управлении данным самокатом. Вот это я первый раз вижу. Это решение... То есть вот это газ? Да. Совершенно верно. То есть можно нажимать на эту педаль, и он будет максимально быстро фырить. Ну да, у него есть определенный степень, то есть как бы градация, можно нажать не до конца, можно нажать до конца, если тебе удобно. А в ручке нет ничего, есть только на руле, только два тормоза, передний и задний. А газ полностью управляется ногой. Очень интересное решение, первый раз такое вижу. Данное решение у большинства пользователей первый раз вызывает даже некоторые, можно сказать, удивление и некомфорт. Так. Но после длительной эксплуатации многие приходят к мнению, что это очень удобно, потому что регулировка газа на самокатах малой мощности, да, то есть там до 500 ватт, как правило, функция далеко не необходимая, достаточно в принципе зажать газ и ехать на максимальном газу, и это более чем достаточно. Гораздо важнее, сколько ты будешь тормозить, поскольку вам это будет комфортно и безопасно. Отлично. Свет, стоп-сигналы, звонок. Все это все входит в базовую комплектацию самоката. Великолепно. Что, заезжаем?